Пардон, вернулся. Прокачался. Здесь набрали вещей. Чуть отравление какое-то. Только успел зайти буквально чуть, меня отвлекли, наверное, не буду вырезать, потому что вначале все равно ничего интересного не было. О, копьешка. Ха. А, мне на халяву щит дали. Волшебщин, который появляется из браслета по команде. Ха. Это хоть далеко бьет. Копья сильный удар колющий. Имеется два атаку. Ха! Так, щит надо будет продать, потому что мне он ни в силу, ни города. А, лучи. Блин, ничего не дали. Обидно, слушайте. Надо найти какое-нибудь хорошее оружие для атаки. Потому что босса с копьем я не думаю, что я убью. Хе, слышали? Хотела крикнуть, тварь. А. Тупая обезьяна какая-то. Что-то интересное, что это? Ботинки-пружинки? Что это? Сила прыжка плюс 3. Чем дольше ты находишься в воздухе, тем больше дополнительного урона наносит. А. Слушай, это прикольно. Так попасть бы теперь. Какую механику только не выдумают. Так, здесь мне делать нечего. Да, господи. Так, как-то неудобно. Как-то надо подставить, чтобы у меня на глазах было. Вот так, наверное. Хе, лошара. Кстати, вот здесь что-то ветер положить, да, можно сделать подношение. Ладно, мне пока нечего отправлять ему. Поищу что-то другое. Так, у меня остался только один, да, путь. Ха! Лошарки. Вниз! 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 Хо! Нет, вниз! Вниз, говорю. А ниже еще что-то есть? Че, все? Я-то думал, дадут что-нибудь. Минус, что перемещаться неудобно. Нет, вниз иди. Так, у меня есть только налево. Ну, кстати, довольно легко идем. Значит, все? Черт, я не знаю, босса я, наверное, так не сделаю. Давайте пробовать, что. Вариантов все равно у нас немного. Будем пробовать, давай. Черт. Собак.
Фак. А! Фух. Конечно, без жизни я вряд ли чем сделаю. Но фиг знает. Сейчас там даст так это бонус. Надо убирать жизни. Так. Так. Деньги, оружие. Та-па-та-па-та-па-там. Конечно, бесполезная эта вещь сейчас. Ау. Блин, нет, другое оружие найти, а то это какое-то отстойное. Лол. Слушайте, а это оружие не такое уж плохое, как я думал. Оно бьет сквозь стены. Когда бьет сквозь стены, это must have, по-любому. Так, что у нас по времени? Ага. Что мне там уже написали? Сейчас. Что ты мне хочешь? Да, тут мы со знакомым обсуждаем одну вещь. Я тут вакансии разглядывал. Чисто для интереса. И там была вакансия, где давалась... Что у меня по деньгам? Ага. 6000 баксов, я думаю, нормально так. О, как? Когда я успел? У меня же нормально все было. Видно, просмотрел где-то. Ну, блин, он прыгает, это вообще неудобно. О, уровень нормальный. 4000. О, я могу еще одну себе вещь сделать. То есть каждый заход потихоньку у меня на 100, но увеличивается, да? Давай, что там построить? Давай, вот. Бутик. В бутике можно переодеваться в новые костюмы. Йилфорд наконец-то прислушался к моим просьбам. Лучшему в мире дизайнеру нужно такое место. Дай-ка я смотрю снаружи. Что это такое? И уберусь внутри. Ох, чуть не забыл. Тебя отблагодарить. Большое спасибо. Ох ты ж. Ты кто? Бутик. Вот, да ладно. Типа новые эти? А, смотрите, что? Мой стандартный. 10 защиты минус. Да ладно. Эксперт построил мощь увеличится на 50 при использовании оружия типа пистолет. Слушайте, приколюшно. Давайте пока начнем вот с него. Фига себе, вот этого я точно не ожидал. Это молитвы, но я пока не могу, да ничего. Это магазин, в принципе, от него мне ничего особо не нужно. Мне осталось 500. Ну ладно, ты мне что дашь? Рогатку. Вот я поиметь, да, хочет мощь плюс 12, отлично. А чё, шаг за шагом. Слушайте, прикольно, мы новые вещи нашли. Ну, еще не нашли, а вдруг найдем. Рогатка сама по себе бесполезная, потому что ее нужно заряжать, отступать, держать. Так, найду ли я нормальное оружие?
шара. Блин, как ничего не дали? Вы издеваетесь? Ну, строить мне больше ничего не надо. Почему они не коцаются? Это нечестно. Я протестую. Блин, они мне ничего не дали. Блин, надо мышек набрать. Это дополнительный урон просто. Хоп, вперед, вперед, вперед. Помри, 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 помри. О, давай, 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 дай мне что-нибудь хорошее. Что это? Пузырек с ядом. Сумма отравления 2, урон яда 1. То есть максимум минус 2 жизни, но это ни о чем. А че никто не отравился? Медленно и уверенно любого чувака. А что, я могу скинуть? Нет, да. По деньгам что у меня есть? Не могу, черт. О, двойной меч, дешево. Ну здесь щит хотя бы, ладно, пока не будем давать. Если ничего не найдем, купим. Пока будем надеяться, что мне повезет рано или поздно в этом приключении. А почему он не травит? А то как-то обидно, вроде я яд прокачал, он не работает. И мне нужно что-нибудь типа ножичка, чтобы я два раза мог отравить. Что-то, мне кажется, плохой трай будет. Ой, плохой. Последняя пуля наносит дополнительный урон. Блин, пардон, пардон, не обращайте внимания. Не может. Ну и ладно. Как я на эти ноты попадаю? Еще одна рунетка, отлично. О-о-о. А сундук, это хорошо. Да вниз ты. Око саламандра. А, черт, пардон. Может, можно это прокачать? Ну-ка, давай пробуем. А, все, смотри-ка, ничего больше нет. А, нет, еще один заход видел. Сейчас попробую око саламандра прокачать. Последняя пуля наносит дополнительный урон. Так, а если сделаю вот так? Пусть пока так будет. Так, у меня еще один заход есть. Так. Хорош такой урон наносит. Мне как-то перезарядку бы улучшить. А, черт. И все, что получается, это все, что у меня есть? Да ладно. Денег нет, ничего нет, ну ладно, хотя бы поедим давай. Давай попробуем с этого саламандра убить. А, нет, не здесь. Ну-ка, если я рогатку пожертвую, чем мне будет. Он улучшает что-то со основной оружием. Ладно, разберемся.
Интересно, на один раз или на вечно? Ну, имеется в виду. То, что я сейчас сделал подношение, это на что-то влияет? Давай. Ай-яй-яй. Слушайте, он легко уносится. Лошара. Смотрите, вообще почти ничего не сделал. Но надо качать саламандр тогда. Прикольно, у нас каждое приключение будет новый, чувак. Конечно, здоровье. Максимально это здоровье лучше, чем все эти. Броню, прочее, мы еще найдем. У нас этого хлама будет выше крыши. Я даже не буду знать, что с ним делать. Пошли направо. О, еда есть. Давай, поедим. Так, стойте, дайте проверим. Да, он, походу, будет улучшать мне стартовый меч, если я буду делать подношение. Еще не можешь? Черепке я хоть мог обузить ловушки. Не всегда, конечно, но я... Нормально. Блин, только деньги, а деньги отстой. Давай, на. Фиг себе. А, лошара. Так, стойте. Пойдемте наверх. Нормально так. Так, и торгаш обычный он мне не нужен. Так, ну бронька пусть будет как бы не сильно нужна, но да ладно. Так, а вот и босс теперь. О, халявный. Колечко серебряное. Это хорош, наверное. Пойдем наверх. Не, ну стрелочка саламандра прям мега крутая. Самое крутое, что оно дает горение. Конечно, да, перезарядка это минус. Ну что делать, как говорится? Интересно, тут могут быть замкнутые комнаты? А то получается я вот бегу, а вот сюда забежать не могу, то есть как бы... Тут есть только одна точка входа и куча тупиков. Фига себе, уклон сработал. Главное, у них летит все это до конца, а у меня нет. Я возмущен. Воу-воу. Что он делает? Обдала меня зачем-то. Фак. Неприятно было, я даже не заметил. Так, я могу пожертвовать кисть. Сделать
себя ищем лучше. Слышь, иди отсюда. Мне не нужна ты. Есть своя вайфа. Так, блин, ничего не дали, это обидно. Так, у нас еще есть последний заход, потом будем пробовать прокачивать. Собака, чем потух, я не понял. Тоже ничего, отстой. Так, у нас есть влево путь. Пум-пум-пум. Фу. Где маг? Я ж тебя вижу, тупая собачка. Все, я все зашарил, что ли? Да ладно, реальность. Ну, смотрите, в принципе, мы можем пожертвовать все лишнее. И ну, если это то, о чем я думаю, то есть мы можем прокачивать меч основной, это будет круто, потому что чем сильнее мы его прокачиваем, тем сильнее он будет. Если он еще будет видоизменяться, это вообще будет огонь. Так, ну, здесь мне только еда нужна какая-нибудь. А, нету ничего, да? Отлично. Ну, пошли пинать второго босса. В принципе, он не такой сложный, да и первый-то не такой сложный. Просто надо правильно успевать ломать ему все. А, это бабочка какая-то, я думал, что за фигня летает. Пардон. Ай-яй. Я очень много жизни просто так профукал. Воу-воу. Где? Воу. Умри. Немножко промазывал, но оружие довольно хорошее. Если еще прокачать, чтобы он стрелял побольше, большими снарядами, это будет вообще огонь, я думаю. Что это? Получает усиление критического урона каждый раз, когда вы наносите удар врагу. Нафиг надо. Максимальное здоровье. Все остальное нам неприемлемо. Блин, а буквально несколько дней назад мы даже не могли пройти начало. А что это? Не знаю. Пошли направо. О, проклятие. То есть они думают меня монстрами напугать-то. Так, стоп. Что он дает? Стандартная атака лазером. Фига себе. Сопротивление глушению. 6 максимум здоровья. Давай пока его попробуем. Не знаю, сколько он будет хороший.
В плане поджигать-то, наверное, лучше врагов. Сюрикен. Оружие из дальневосточного. То есть он бесконечный. Да ладно. Собак. Ну, как-то не знаю. Но тут точно это лучше. Бить с расстояния, как бы он нам я пока не могу понять, что мне лучше. С расстояния бить он бьет хорошо. Все, видите? Нет, 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 нет. Опасная вещь. Блин, чертовы суккубы, хватает меня. Что это такое? Скорость атаки увеличена за 5 при использовании одноручного оружия. Получи. Еще и все. То есть, если зажимает, лучше использовать это. Отношения потихоньку делаем, это хорошо. А, пардон. Иногда лучше к врагу не подходить. Если я могу это избежать, почему бы нет? Как ты попал в меня? Бля, это я косячу. Не в те клавиши жму. Так, это босс. Ау. Плохо дело. Сундук не взят. Как так? И правда не взят. Стальные ботинки. Игнорируют урон шипов. Пусть будет. Так, потому что деньги, в принципе, мне особо не нужны. А вот в жизни были бы неплохие. На, вот эти. Тонфа. О, как я тебя искал, даже не представляешь.
Так, что здесь даст мне самое много? Ты? Ну ладно. Ха. Хороший расчет. Воу, что это за якорь? 22 на 26. Хм. Так, у меня еще есть комнатка. Ай! Пошла вон! Это жалить. Серп 1 на 19, нет? Как бы насколько бы сильным оружие не было, до скорости решает. Наверное. Все, это мы все прошарили, и могу ли я еще еды взять? Есть, хоть чуть-чуть. Так, все остальное надо пожертвовать. О, вот не зря. Пошли попробуем убить еще раз. Тут главное прыгать и стрелять. Да ладно, у меня ни перезарядки не было. Пельмешки свои хватит кидать на меня. Блин, я не понимаю, когда он как бьет. Нет, я, кажется, его не выиграю. Слишком мало жизней. Не осилил. Жизни мало. Жизни мало. Оружие слабое. На. Ну, я понял. Давай, давай. Бринг. 27. Сейчас должно быть 4600. Ну да, я же говорю, каждый заход он чуть-чуть, по чуть-чуть, но увеличивает. Скорость, скорость так. Давай, сегодня, сейчас попробуем теперь вот эти. Эксперт, мощь увеличивается на 50 при использовании оружия типа пистолет. У тебя есть оружие типа пистолет? Нож, бабочка, мощь, монокль. Не, ну это получается бесполезно, если пистолета нет, тогда... Тут просто нет смысла, используешь оружие типа пистолет. Стрелок, который зарабатывает на жизнь охоты на бандитов. Возможно, было бы да хорошо, но где я найду пистолет? Или попробовать? Дальнозоркость, когда противник вблизи. Ну давайте попробуем. Как бы надо все равно же адаптироваться, так сказать. Пробовать адаптироваться от всего. Так, отравляет вас. Атакующий противник, сумма отравления, сопротивление отравления. Ух ты, что-то новенькое здесь еще нет. Так. Чокер, что это такое? Герой дополнил 30 урон замороженным врагам. Так у меня нечем замораживать.
У тебя есть пистолет? Что это такое? Редкий аксессуар. Мудрец гласит, 6 мощь, вероятность, крит, блок, крит, бамбук. А, притягивает золото в радиусе, нет. О! Ну и это набьем, пусть будет. Так, что по жизням? Ну, было бы неплохо взять. Она, по-моему, берет какой-то процент из моих денег. Найду пистолет. Ну или что-нибудь похоже на него. Кстати, надо найти жертвенный алтарь, проверить. Сохраняется ли прогресс? То есть со временем я свое оружие сделаю еще сильнее, да, получится? Копейка, 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 рубль ты бережет. Тяжелый метеорит. Тяжелый метеорит это, по идее, метательное. Дай что-нибудь. Есть. Взрыв с ядом, но отравление. А дальше-то что мне? Защита. Вот это хорошая вещь. 10 на 15. Амулет мощь. Я вот не знаю, что, зачем они мне. Мощь 8. Сумма отравлений плюс 2. Урон ядом плюс 1. Не знаю, мне кажется, бесполезно этот метель. Лошара. У меня были вполне неплохие шансы пройти. Ну и по крайней мере у нас теперь есть разнообразие, мы можем брать разных персонажей, это прикольно. Сабля. Здесь 8 на 10, 5 на 18. Чуть помедленней. Так, тут можно вниз пойти, давай. Видите, какие они слабые, они медленные, не могут ничего нам сделать, это плохо. Добей ты сюда. Сабля не может бить в прыжке. Атака в секунду, защита. Атака в секунду 3-3. 2. Даже не знаю. Иногда в секунду удар лучше. Так. Остался последний заход. Так, алтарь. Да, он сохраняет. Дай пожертвуй. Оружие с собой мой. У меня нет обоймы. То есть все, это все, что было. Блин, мне пистолет бы найти. Это же как раз то, что мне нужно. Блин, придется с этим справляться. Не знаю, справлюсь я или нет. Но черепка мы, в принципе, по большей степени уже побеждаем.
Но это очень слабо наносит урон. А ты раньше был посильнее. Либо я прокачался и стал его убивать лучше, либо просто мне скилл вырос. Понимаете, скилл. Пистолета нет. Наковальня. Вызвать чувака, да, по-моему? А нет, что это такое? Так, урон со всей силы. Радиус атаки увеличивается на 33. Пиратское попадание. Урон атакой. Атаки наносит урон ядом. Бо. У меня есть плюс яд. Правда, я один выкинул. Сумма отравления плюс один. Но теперь я смогу травить. И урон ядом должен теперь наносить. Проверь либо. Блин, не проверишь. Нам нужен более жирный враг. Что это? Так. При получении урона упускает... Отравляет противника облако глаз. Блин, опасная вещь. Минус уклонение. Уклонение порой спасает, слушайте. Ну да. То есть в целом можно в качестве отравления такой, знаете, пассивный урон. По днёрочке, по капелюшечке. Против жирных врагов сама-то. Ну или босса. А пистолет есть? У него нету пистолета. Сколько действует интересное отравление? Долго или нет? Вот в чем вопрос. Мешочек с песком. Что это такое? Урон отрывка. Блин, я не знаю, нужен мне или нет. Кто он хотел меня задеть? Не понимаю. Так, куда мне надо? Пошли налево. Давай. Просто интересно, что дальше станет этим. Но еще долго качать. Но если дойду до ада, я думаю, я прокачаю оружие. Не, но если будет меч становиться круче, это просто огонь будет. Все? Хоть бы дали сундучок или еще что. Меня так расстраивает, когда ты заходишь в комнату, чтобы что-то найти, а ничего не находишь. Потому что игра заставляет тебя лутать, хочешь ты этого или нет. А это плохо? Игра учит меня тактики, сказать так. Че, все? Что нет? Че, реально все? Нет, еще наверх есть, смотрите-ка. Четыре рывка. О, бердыш. Бамбуковый мяч, бердыш.
Наверное, тут вообще оружие по факту ни на что особо не влияет. Но ты можешь бить обычным мечом, можешь бить сильнее мечом. Лошара. Так, к сожалению, да, это будет последний наш заход. Хотелось бы, конечно, побегать еще. По крайней мере, сейчас игра начинает затягивать. И мне интересно, что будет, когда я его прокачаю. Вот этот меч, я чувствую. Короткий меч, он станет сильнее. Или он просто даст другое оружие. Так, давайте поедим на всякий случай. Уж от того, что он нам даст, зависит, как мы дальше будем развиваться. По идее, нормально и для игра должна не просто давать тебе кликанье платформер обычный, который будет тебя заставлять делать одно и то же. А будет заставлять тебя хотя бы развиваться, становиться сильнее, чтобы рано или поздно ты стал просто нереальным задротом. Давай ядом фигачу хотя бы. Давай, давай, яд. Фу. Где? Давай, давай. Ну, я спокойно обычной сабелькой ее и разношу, и толку-то. Так, давай. Так, что это? Двуручная, никто не представить не мог. Что еще люди могут объединиться? Заряженные, редкие, дело достает истинное. Мощное оружие. 1,3 в секунду. Нет, конечно, мы еще найдем все хорошие вещи. Корми меня. Ого, блокировал, неожиданно. Что это? Что это, серьга? Призывает замороженное копье, которое автоматически атакует противник. Где мне тут было, типа? Я дополнительно урон... А, вот. Счетчик рывка. А когда он его призывает? Сумма отравлений плюс один. О, снизу что-то есть. А еще ниже ты меня кинуть не мог, да? Странные звуки, конечно, слышу. Мое копье, это прикольно, слушайте. У тебя есть пистолет? Пистолета у него нет. Но есть не топыр, а это что такое? Волшебная палочка Лары. Легендарное оружие. Которое стреляет маленькое. 12 на 20 количество обоим. Волшебная палочка Лары. 7000. Ну просто надо все равно что-то брать, иначе я тупо не... Давай возьмем просто для интереса. Я волшебница. Она наводящаяся, что ли? Да вроде нет. А, она через все летит.
Ха, прикольно. Слушайте, это немножко читерно. Ха. А что такое ку? Палочка, которую потерял маленькая ку, одновременно запускает большое количество звезд. Ну, вещь прикольная, вроде как. Здесь аптечка есть? А ладно, мне она не нужна. Мне сейчас нужно как можно дальше дойти. Не, ну смотрите, очень крутое, с одной стороны. Но здесь можно хорошо-то пофигачить. Мне мало урона, мало урона все равно. Как крути, не крути, а урона мало. То, что он наводящий, это прикольно. Само наводящийся имеется. О, проклятие. Количество ОЗ уменьшилось. Что, еще одна палочка Лары? Да ладно. 13 на 20, 8 критически, 13 на 20, 8 мана. Тоже знал. Не, ну чем больше будет все-таки таких, которые сами летают, будет намного круче. Что-то мне где-то больно сделали. Я не понял, где и кто. Так, стоп, где-то аптечку вижу. Так, нужно бегать сюда пока. Слышь, женщина, подлечи меня. А, здесь босс, понял. У нас есть два пуска еще вниз. И что у нас в этих спусках будет храниться? Меч, пистолет, что это? А... Блин, а это подходит мне или нет? Не имеющий аналогов со встроенным пистолетом. Нафига мне это? Я лучше буду волшебницей. Правда, билд вообще не тот, ну, в смысле, по одежде. Вообще разнесло, слушайте. Прокачать какую-нибудь способность бы еще, потому что убило всех, будет вообще огонь. Блин, вообще прям мощно. Не знаю, мне нравится эта палочка. Ну-ка, давай пока закинем подношение. Подношение. Чуть-чуть не хватает. А все, не могу идти дальше. Алтарь. Чему это оно все? То есть я сделал сейчас максимальное подношение. Мне теперь надо будет зайти куда-то еще или что, или как? Не знаю. Вопросов много, ответов нет. Вот в чем проблема. Давай, тунак.
Я просто боюсь, когда копье летит, что это не мое. Кстати, он очень мощный получается. Копье просто летает и все. Хо-хо-хо. Пельмени свои кидает. Черт, плохо дело. Ах ты ж, я думал, он умер. Ай-яй-яй-яй. Блин, такой билд был хороший, а. Надо запомнить, что эта палочка просто огонь. Ну ладно, все равно заканчивать надо, я бы иначе больше потратил время. Так, стоп, я алтарь прокачал, что теперь? Вот. Благословить. Что тебе по... Перину точно увидит твое сильное сердце. И чё? Чё изменилось? Так, ну сейчас мы будем по-любому, значит, играть... Вот этой. Минус 33 здоровья. Мощь 40. Мощь снижается на 40. Отлично. Ну, всех попробуем. Посмотрим. Ха-ха, это вот расстояние. Уже прикольно. Так. Защита 9, смотрите-ка. Это, по-моему, дается с 15, что ли? А, с 10. Ну, потихоньку, шаг за шагом, мы либо станем нереально сильными. Получите одну дополнительную... Чего? Один заряд. Когда ОЗ падает ниже 30, не имеет... Начинает восстанавливаться, и ваша защита повышается. Оружность максимально... Когда ОЗ падает ниже 60, игнорирует 20% защиты. То есть, теоретически, одну из веток я мог вкачать уже в максимум, да? Но мне все нужно, все. Уклонение хорошее, здоровье, ну, тоже неплохое. Но здесь вот это идет. А, это прикольно. Ну, как-то так, всем пока.